стоит внутри. Костя. Бил? Нет. Вообще как будто бот, но черт его знает. Я в туалете. Да, это бот. Что за граната? Мои яму прокинул. А кто прыгает? Ты запрыгиваешь? Я еще раз не прыгал. Кто прыгал? От не платника. Не я. Прыгает, слышишь? Да, он дальше. Он да, запрыгивает. Да. А кто? Кто холма? Стой, не ходи. Блин, Аня, я же говорю, не ходи. Сорян. Там еще сзади чувак у туалета. Туалета? Да. Где люди, да, Тим? Один на втором, окей, дальше там где? Ты у платника? Да, я у платника. Один значит, на втором. Значит, на холме. Один у платника запрыгивал, второй был у туалета пробегал. И один на втором, кажется, ходит. Да, на втором в пристрое ходит. Открывает двери какие-то на втором. Майя хае. Ты бегаешь по улице? Нет. Он у платника. Уже вдоль кухни, по-моему. Да, вдоль кухни. Убил. Неуловимый прям какой-то. Лутатель мещенок. Ты на улице? Нет. Еще. Где запрыжка на первый этаж? У окна прямо стоит. На улице. Блять, на вогах, сука. Я живой. Крыши бы его пикнуть еще. Не сможешь? Или ты первый держишь пока что? Я втор. Сейчас с крыши пикну нормально. Нашел меченого этого, типа. Сейчас гранаты посмотрю, у него без гранат. Ты бегаешь, втышь? По крыше я. Дерево ты? Да, я задевал. Том прокидывает? Я. Пойдем под размен, че? Я спускаюсь на второй встрече. Ты ходишь медленно? Нет. Нету, значит, внутри где-то. На первом, видимо. Первый. Да, он лутает Аню на первом. Где они убиты? На первом пристрою. Убил? Убили меня, там еще один. Первый? Да, первый, запрыжка. Понял. Выпрыгнул обратно. И убегает обратно. По улице ходят. Голову ему дал. Не пробил каску. Мейольнер, блядь!
Там все еще все это время сидел челик, прикиньте, чат. В ДУшке с Мьёльниром. Найс играют, парни. Быстрее, убирай, ёб твою мать. Сука. Потные ребята, вообще жесть. Так, сейчас сначала раскидаем это, пойдем. 51-й, ну, свет ниндзя ютуб, понятно. Ага. Ниндзя ютуб, окей. Винторезом. Ляг, сдохни там, пидор! GG's получается. Получается так. Так. У нас вышло-то. Раз, два, три, четверо, да? Ну, Аню взорвал, блин, нехорошо, конечно, получилось. Всем, кстати, в голову. По-другому с этой ППшки я бы их не убил, скорее всего. Хорошо, что в голову пострелял. А, на третьем этаже, потому что его вообще не слышно. А его и так не слышно, потому что он сидит. Задержав дыхание. О! Это Аша, что ли? Нет, не Аша. Или их просто двое, там Аша и Калаш как будто бы. Помните вчерашнюю фишку с фонариком? Она сейчас снова сработала. Кто помнит, чат, вчерашнюю фишку с фонариком, которую я вам рассказывал? Сначала показал, а потом рассказал. 68-й, ёшкин кот. А, это Сашка вообще была. Что-то вообще все звуки перепутал, короче. Все перебрал. Блять, такое... А. Видимо, второй вообще передумал где-то там на улице, скорее всего, развернулся и в другую сторону убежал. А, он вообще по дереву ходит. Что? Ладно, пусть сидит. Там такой же, наверное, голый. Ну его нахер. Пусть прячется. Пойдем лучше на АГС, но там постреляемся. Где? О! Что? Это хорошо. Не лажаем, парни. Ха-ха.
да. Блять. Сзади еще один. Вышел. Нормальный. Типы, блять. Бегает, видите, справа. Все, еще в том же месте, где он был до этого. Один сдох. Остался СВД. Походу тоже слева забор обходит. Патроны кончились, да? Бывает такое, чел. Еще один есть какой-нибудь, интересно? Профессиональный. Я думаю, нету. Но если есть, то это просто мега. Мега тактикульная рац будет. Че, у меня кровь идет? Я не понял. Там фойе. Мне шрапнель залетела, забрала стекло. Шат первый. М-ка. Так. Вот вам РПКшечка. Дешевая хренотня. А, убивает, собственно. Тут лут потеряет, самое главное, представляешь? Пятерых с РПК пойдет. Левелы, кстати, хорошие. Погоняй, но... Слева бегает. Кит ему дал голову, он живой. Их двое. Это они не умирают, я не знаю. А, нет, один умер, один внутри, кажется. Да, внутри. Поднимается на крышу. Кидаю гранату. Ой-ой-ой, не. Наверх кинул, как-то. Живой, загнан. Убил двоих. Я понимаю, там месть, все дела, но не надо. Я ушел хилиться в крапиву. АГСная? Нет, это не АГСная, это дальше. Где-то у проходной. Я свою каску снял, одел обычную черную. Я к большой отошла. Отмороз, здорово. На крыше. Наверху сидит, на большой. Убил меня. Он на большой. Это Мьёльнир, да, как раз? Да. Помнишь? Капос Юс какой-то? Да, с большой сумочкой. А, это РФБ, господи. Сука. Пока, ребята.
Бля. Я думал, он не выйдет, я ему так хорошо дал. Но это, походу, друг его, потому что он тоже с РПБ-хой. Звука нету практически, блин, из-за этого дождя. О, как же тихо сразу. Такая тишина. Третий все-таки, третий. Из ЧВК он уже убил. Ходит у Меченки. Минус. Один минус. Да. Ой, еще? Не видел где? Назад? Нет. Лагаешь. Выход на крышу? А? Убил. Я перезарядку заменяй. Второй взял. Тут чувака, наверное, по 4 лежит, что ли? Сколько, блядь? 4, что? Вот, да. Один в Меченке отдыхает. КС-23. Так, вот это моя Вога тут его. Это с ППШ тут был. А вот, походу, тот с ППШ был, который на входе лежит. Короче, один у меня убежал либо к перекрестку, либо к... к Времянке, либо к костру. Один минус. Там хаи вперед. Бля, высоко дал. Бля, это не вы, что ли? Убил. Капец, я думал, Аня уже подошла. Нет. Так, прошел мимо него вообще, спокойно. Убили нормально? Да. Там четверо, здесь двое. Еще максимум где-то 3 человека осталось. Ну пойдем, где у нас выход? Танк надо посмотреть, может есть. Ну меня убили, блин. Где, ай, где? Стоит, короче, за костром дальше на ту территорию проход. Он сейчас будет переходить по проходе. Переходка, да? Да. Он там стоял в кустах. Видите, прямо переход. А ты была на нашей стороне, да? Перебегает. Перебегает? Ага. Вижу. За деревом встал, который там на островке дерево, понял? Ага. Мне не видно, может, его отсюда. Пошить по нему он сейчас? Постреляй, чтобы он двинулся. Я ему вообще похер. О, пошел. Убил. Я осмотрелся. Но это последний. Да, это последний. Старый фильм или новый? Новый в этом году вышел. Ух, сов, привет. Попроси не крикнуть. Леха, здорово. Так, четверых. Люди есть, ловить надо уметь. Четвертый просто жестко, то есть надо подарить. Так, Диметр, здорово, надолго, не знаю. Ты как пойдет? Я не бегаю, я не бегаю. Двое бегают на улицу, на первом этаже зашли. С какой стороны-то? С задней. А по центру ходит, по-моему. Да. Где лестница? Я у лестницы. Я прям стою у лестницы. Вот там, где Грена, да? Где Грена? Вот. Ну, ты почти меня было, да. Но, а, с другой стороны, что ли? Дальше. Ну, стой, с этой стороны. Нет, Аня, нет, они у меня. Значит, уже с другой. С какой стороны? Основной. Другой? Где контейнеры, да. Я в комнатке. С фонарем я был, если чё. Граната не моя. Дерево, чё? Он. Он в подвале, по-моему. В подвале Аня. И он, по-моему, тоже бегает. Это я? На меня смотришь? У меня в подвале. В подвале? Граната! Граната дал. Там же Аня! Второй! Да. Б.
убил? Нет. Дал блоку. Поднимаюсь по лестнице. Убил. Она говорит, было двое. Так я сразу одного принял. А, все? Да, все. Я не услышал, что того. Куда бегаешь сейчас? Пустился. Мы замерли. Звуки, конечно, вообще дурацкие. Нулевые просто. У меня звуки были, как будто он ходит у меня в подвале. Вот прям четко у меня в подвале. Он был в подвале или нет? Он был на втором все это время. Охренеть, у меня звук был четко, как будто он у меня в подвале. Черек был со Ш-12. В комнату он не заходил мне в одну. Толя заходил. Убил? Угу. Фух. Чуть пушить, оно не попало. Я слышал, как над ухом пролетели пулечки. Да. Третий чекал. Меч, ну не заходи, там противник сидит. Я сам зайду, посмотрю. Я сказал. А я сказал, Аня. Аня, я говорил. Хотя я сам до этого не знал. Да, убей. Я чисто по приколу сказал, типа, меченьку не заходи, там противник сидит. Там в натуре сидит противник, блядь. У меня меченький был, где он был? Чатик, скриньте мои слова. Скриньте слова, чат. Ванга, тупо Ванга. Да ты специально его туда поставил? Да, да. Слушай, нет, подожди, реально, где он сидел? А, так он еще и с Мосинкой? Да. Я думал, с дробовиком. Он просто прописал, нет. И вдрить-то дал. Давно патронами. Ловкач просто какой-то, брат. А че ловкач-то? Хотя бы, да ладно, на самом деле не повезло. Чемпов не попал. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.